Ребята, всем привет! Вот у меня поддельный Xiaomi USB LED. И сейчас мы его будем разбирать, посмотрим, что у него внутри. Видите, я его так пометил, потому что он не рабочий. То есть он у меня перегорел, он у меня использовался для тестов. Я им тестировал пауэрбанки, ну разряжал пауэрбанки, и поэтому, естественно, он не выдержал нагрузки круглосуточной работы и перегорел. Он, кстати, нехило вот здесь вот нагревался, как в принципе и все эти USB LED. И давайте мы его разберем, посмотрим, что у нас тут внутри. Видим, что здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6 элементов, 6 светодиодов. И к ним подводятся два проводочка. В оригинале там идет совсем другая схема, там тоже идет 6 элементов. И есть еще такая небольшая схемка, там гораздо, конечно, побольше деталюшек.